компании знакомых сказочных персонажей соскучиться или замерзнуть даже морозным вечером невозможно. На Октябрьской площади в Орехово-Зуеве мальчишек и девчонок пригласили в гости на новогоднюю сказку. В первый день зимы в округе по многолетней традиции готовились одновременно зажечь праздничные огни на новогодних елках вместе со всем Подмосковьем. Здравствуйте, друзья любезные! Пушистая красавица засияла огнями. Гости праздника отправились в первое новогоднее путешествие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята уже ждут, не дождутся Нового года и загадывают желания. Я написала письмо Деду Морозу, попросил я у него футбольный хоккей, а маме новый пылесос. Самокат снегоката вот я хотел. Хотим Мишку попросить беленького такого, а большого. В Дулевском парке тоже царила атмосфера праздника. Скоро откроют двери терем Деда Мороза, а по волшебной почте можно отправлять письма. К любимому празднику юные ликино-дулевцы готовятся заранее. Вешаем новогодние венки, мишуру, украшаем квартиру, елку. С детьми вырезаем снежинки, развешиваем гирлянды, украшаем комнаты, да. Наряжаем две елки. Сказочное представление подарили детворе 1 декабря. Гости парка приняли участие в веселых играх, увидели настоящее фаер-шоу и, конечно, главный волшебный момент. Раз, два, три, елочка, гори. В этом году массовые новогодние гуляния решено не проводить, но без праздника юных жителей округа не оставят. Для них подготовлены развлекательные и спортивные мероприятия.